субботу в Самарской области ожидается ясная погода и без осадков. Сохранится перепад температур. Так днем будет 0 плюс 2 градуса, ночью 8-11 ниже 0. Ветер преимущественно восточного направления, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани ясное небо, днем плюс 1 градус, ночью минус 8, восточный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти ясно без осадков, днем нулевая температура, ночью 10 градусов ниже 0. Ветер восточный 3 метра в секунду. В Самаре ясная погода, без осадков, дневное время 0, ночью 11 градусов ниже 0. Ветер восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление повышенное 772 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 40%, геомагнитное поле возмущенное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.